Dmitrie Grabovski este președintele clubului de dans exclusiv Dance Plus. Vine la centru aproape zilnic. Aici și-a realizat un vis de-a lui, readucând pofta de viață unei persoane în cărucior. Dar totodată a demonstrat că un scaun cu rotile nu poate fi o piedică pentru un dansator. O впервые такая пара была создана в Молдове в танцевальном колективе Exclusive Dance Plus. И у меня была давняя мечта создать именно бальный танец на инвалидных колясках, потому что во всем мире это практикуется, проводятся чемпионаты мира и Европы, а в Молдове нет ничего. То есть у нас очень много тысяч инвалидов, а бальными танцами на инвалидных колясках не занимался никто. А на самом деле у меня не было ничего, ни видео, ничего. Я просто изучил сам, я долго думал над этим. Были у меня фотографии, я смотрел это. Потом уже, когда мы с Олей создали танец, мы открыли интернет и посмотрели. То есть, в принципе, похоже с тем, что делают в мире. Даже лучше. Olga este partenera de dans a lui Dmitri. În cărucior e de la vârsta de 13 ani. În fiecare dimineață parcurge peste 3 km pe străzile Chișinăului ca să ajungă la timp la repetiție. Transportul public nu este adaptat, de aceea preferă să vină pe jos, sfidând aglomerația urbană. Мне предложили, меня заинтересовало, я согласилась. Начала учиться. Мне всегда интересно что-нибудь новенькое учиться. Сложно научились танцевать? Вначале казалось, что сложно. Потом главное желание. То есть любой может научиться танцевать? Ну, как бы на коляске, если танцевать, надо, ну, чтобы руки сильные были. Как бы вообще просто быть активной, заниматься спортом, много двигаться, много ездить на коляске. Если так, только лежать, сел коляску с дивана, то не сможешь танцевать. Сложно будет, конечно, очень. Are reședință la Tighina, dar vine la Chișinău pentru că îi place să danseze. E jovială și foarte optimistă. 3, cea-cea, raz, poborot, 2, 3, cea-cea, raz, 2, 3, cea-cea, raz, 2, 3, cea-cea, raz, 2, 3, cea-cea, raz. К концу первой репетиции у нас уже было готово 50% танца. К третьей репетиции мы уже выступали на телевидении молдавском национальном. Это очень сложно. Просто мы очень хотели этого. Это, кстати, только наброс. Тогда я уже запомнила весь танец. Она композицию не знает. Тогда я уже буду, тогда уже движение буду стараться побольше. Пока мне композицию надо все запомнить хорошо. Не, если разогреться, не можно выступать. Да, на удивление он как будто бы раньше занимался. Быстро понял. Как бы где-то я ему в чем-то подсказываю, как вот мне лучше на коляске. Где-то он мне что-то учит. Так, друг другу помогаем. Оля какая партнерша? Капризная? Да, капризная, но хорошая. Această pereche deocamdată e unică în Moldova. E un început timid, poate, dar care îl motivează pe Dmitri să se gândească la scena mare. Дальше мы планируем участвовать в чемпионатах мира, Европы, паралимпийских играх и так далее. Мы будем выигрывать, мы будем первые в мире.